Вот такая красота из балкона номера в Grand Hyatt Kauai Resort и Spa. Вот так выглядит территория. Очень красиво. Вот тут и джакузи есть прям под балконом, но что-то никто в нем не купается в такую жару. На вечером все придут. Там горка есть классная для детей. Вон прям очередь. Прям очередь. Огромезная очередь, чтобы прыгнуть и полететь. А вот там вот внизу, вот видно, значит, там люди из этой трубы, из этой горки выпрыгивают. Видно здесь будет. Опа! Ну давай. Сейчас еще кто-то выпрыгнет. Сейчас увидим. Ну-ну-ну. Опа, девочка выпрыгнула. Вот, и вот там стоит очередь. Тут такой большой бассейн, как бы взрослый бассейн. Более глубокий, но оно все не глубокое на самом деле. Вот там дальше территория, бассейны. Вот этот очень классный тоже часть, такая окруженная, тоже большая, с баром посередине. Не, бар чуть-чуть дальше находится, это что-то путаю. Вот. Это там детский бассейн, да, туда заплываешь, как детский бассейн идет. Такая красота. Вот там лагуна с настоящей соленой морской водой, отделенная от океана. А на океане, видите, какие волны. Волны огромезные просто. Волны очень большие. Сейчас там небезопасно, конечно, купаться, но развлечений хватает и здесь. Так вот. Такая красота. Водичка бурлит в джакузи. Вот сегодня уже уезжаю. До свидания, Кауаи. До свидания, Гранд Хаят. Спасибо всем, кто смотрел. Пока-пока.